Решили играть они, конечно, сразу. Ну что, противостояние школьных пацанов против рулетки. Базука, Динокиллер, Спартакус, Пайнкиллер и Макси против уже известных второй раз подряд, третий раз играют на стриме Аквидом, дедушка Роми, Ризер и Ярушкин. Ну все, должен быть у нас лайв. А сейчас еще один рестарт и я так погнали. Самое эпичное противостояние, но почему-то оно на кэше, я думаю, будет там какой-нибудь Cobblestone реально какой-нибудь зарубится, пацаны. Но нет. Смотрим. Стандартный выход. А, Роми уже идет в поджим. Это, ну, я не знаю, но он найдет сейчас, если дальше пойдет. Аквилин, Сирушкин также принимающий под аплент, как в первом же матче против котов. Так, пошел уже выход. Смотрим за Роми. Максим минус Сирушкин. Базука минус Аквилем, Роми, самые пасы фраги будут за ним. Флешка хорошо ослепила всех, и Роми, но ни одного не забирает, только накоцал. Все-таки не забрал Спартакус, Рейзер уже не Динокиллер, базука красный, Пайнкиллер остался один против троих, его должны забирать. Роми минус 4, по-моему, да, минус 3 в этом раунде, и 1-0 за командой школьных пацанов. Рулетка, говорит, парень, здесь так можно. Так, ну смотрим, подсадка, все мидл, около мидла тусуются под этой девяткой гребаной. Ярушкин там решил нагло сыграть, сейчас на базу попадет. Да, все-таки попал, доигрался, не знаю, зачем такой агрессивный выход сделал, но, по-моему, там не было девайса. Так что это не страшно, под Б пока все тихо, дедушка один уже спокойно проходит тут под базу террористов. Динокиллер его тут встречал с другой стороны, но должен был услышать то, что здесь идет уже дедушка, то, что обходит. Странно, не знаю, услышал или нет. Да, должен был услышать. Сейчас, скорее всего... Да, все-таки поймал Динокиллера. Максим минус Рейзер. А, вот, также стоишь и прием. Принимающий на медленнее минус Макси. Минус Базука, выходящий. Спартак уловит. Также падает Пайнт Киллер у нас на Апленту. Счет 2-0. И... А, ну была поставлена бомба, значит решается закупить все правильно. 4 АКМ, ну и смотрим, что эти 4 АКМ. Я не могу. Макси, минус дедушка. Базука один также играет под А. Трое медлений, также контроль Роми у нас мидл. А Макс сейчас будет как раз подсаживаться, подсадился. Увидит ли Роми или нет, там АКМ против кольта, а ВП нету. Чекает, чекает, очень опасно, но они по таймингу очень одинаково чекают. То один выйдет, чекает, то другой. Ярошкин минус 2 уже где-то находит под аплэнтом. Вот это хороший флеш поймал нас Аквилин. Ярошкин минус 3, Ярошкин минус 4 и... Пятый раунд делает. Ну, снова хайлайт, может, у тебя будет ярош, но я не успел его запечатлеть, сори, братан.
от себя запиши демо. Потому что я этот момент не запечатлил. Спартаксу пока у нас ФК тут. Ну, тут быстрый выход Б. Принимающий резер. Дедушка и резер. Ой, хороший флеш. Ну и зажим, ну забери. Ну, дальше мужачим. Дедушка помогает минус Макс. Роми уже сзади со спины обошел Динокиллер. Тут все и Яруш уже бежит. Все подходят. Динокиллер. Спартаксу с базукой остаются, базука падает. Лизер минус Динокиллер. И последний у нас Спартакус был в ангаре на медлине, где уже ждет его Аквилем. Будет счет 4-0. Ой, я спалился-то как-то. Спалился, потому что топнул. Чуть-чуть буквально топнул. И пока что-то противостояние этих коллективов так не кажется, что оно в ранней качели, то что идет пока перевес большой от команды школьников, школьных пацанов. И пока сами видите, особо ничего нету. Роме также контроль на смедлении, также опять подсадка, опять будет сейчас чекать друг друга. Очень аккуратно. Ой, увидел, увидел, вышел, увидел. Макси, то что нагло все спрыгивает, идут, это будет резер принимающий. Ой, я туда бы можно было молотом бы запустить. Резер минус 1, минус 2, резер все-таки забирает. Девятки Роми падает. Дедушка один остается, бежит из-под машины, с Б-плента, спину бегет, Спартакус крадется. Мы должны дать инфу, то что он там, но почему-то не бежит. И промахнулся! Вот это было жесть. Ну и в принципе дедушка уже скорее всего пойдет на сейф, или он идет на выживание. Черт, о чем я? Какое убивание, там же план был поставлен. Ну, в принципе, да, можно было засейвить девайс, потому что по экономике особо видно то, что у кого-то есть одна ЦЗшка, это у игрушки. Как-то это... Ой-ой, это было АВП. Засейвленный Ли, или купленный Яруш, Ромиш. Короме, вот это вообще сейчас тайминг непонятно какой, резер уже тут в спине, никого не найдет, выход на Аквилима, Аквилим стоит скрипа, базука перестреливает дедушка. Ой, вот это хороший тайминг поймал дедушка у нас, когда программа бомба, 5-1 за двойкой, за двойкой, за тройкой. Мейн, ангар, какая разница? Вот так вот разница. Вот, говорит, другой разница, да? Так, чё, поехали снова. Опять быстрое отведение. Не отличался ничем. Роми уже тем временем нашел Динокиллера на подсадке. Да, и вернулся Дизер Дигл. Да, по деньгам все плохо, команды... Ракета, Макси, минус Ризер, Роми, минус Спартакус. По карте видно то, что пока свои позиции очень хорошо забивает Роми, сейчас может погибнуть. Он погибает. Ситуация 3-3, Бэплэнд. Дедушка в Зигет. Масак Вильяма. Дедушка так стоит пленту. Минус Макси. Аквилин зажимает по панте. Базука, базука. Спасается дедушка. Ну и дедушка. Завершать. Поставить. Не знаю, дальше. Мог бы, конечно, дальше ставить. Но 6-1. 6-1.
6-1 это уже серьезно. Это не то, что как был 4-0, а со взятым одним раундом команды Ракета. Ну и снова деньги, 1 АКМ, 2 дела. Это очень плохо. И Рушка Спартакус заметил. Динокиллер где-то нашел нас Роми. Опять, наверное, пытался отправить нас. И будет выход на Ярушкина. Смотрим хайлайт. Вспомни эти моменты. Паша, вспомни эти моменты где-то. Минус 1 СВП. Минус 2 СВП. Промахивает за машиной. Есть Динокиллер. Он его не заметил. Остается один дедушка. Дедушка. Пока плент еще не поставлен. Я не знаю, что ждет Максим. Хотят выбить. Ну и теперь спалился теперь дедушка. Флешанул только одного динокиллера. Ситуация 2 в 1. Гриша. Минус Макси. Динокиллер за тройкой. Право-лево. Попадает. Да, угадывает дедушка и берет 7-й раунд в копилку своей команды. Да, я просто прям меня настораживает это уже. АВП, Рейзер, минус Максим. Пайнкиллер, минус Роми. Ярушкин должен был слышать, что это скрип. По-любому там где-то человека 2. Кейлер забирает Ярушкин. Рейзер уже там в спине, но надо ему быстрее это делать. Все, сейчас будет опять выход на одного. Акрилем. Нет, он не справляется с рыбой, дедушка, что ты стреляешь, трактор это просто... что вы делаете? Дедокиллер, 12 хп, флешка, 16 хп у дедушки. Забирает дедокиллера. Еще Спартакуса, господи, вообще я не могу. 15 хп было у дедушки, 9 раунд. 8-1 счет, по деньгам пока еще есть преимущество немножко у... Ракеты, но это уже не сильно ощущается. Все-таки решают они сделать эко, хотя там было у кого-то 5, у кого-то было 3. Макси снова на подсадке. Ризер взял ОВП, его сейчас будут оттуда выкуривать. Максим. Он в мэйне, там уже сзади дедушка. Так же и наказали. Роми пытается тоже зайти сзади, но Акилиуму тоже надо помогать потихоньку. Если инфа пошла, то не знаю почему, зачем до Талова вы сидите там. Все-таки будет перетяжка на пустой Б плент. Ризер не знает, дали инфу или нет, как раз он бежит, да, под Б. И сейчас будет встречать. Уже Ярушкину здесь досталось. Спанкиллер. В рукаве есть. О, Рейзер минус 2. Надо было пораньше чуть-чуть выйти. Ярушкину поменять. 9-1. 9-1. Напомню, это идет игра, получается, за выход с первого места. Пока команда школьных пацанов выиграла всех. И рулетку, и получается РТС. И ниндзя кошечек. Роми минус Пайнкиллер, Роми минус Максим теперь. Еще Ярушкин взял АВП Азимов Ризера.
потому что он свое проиграл на ставках худого. Роми, минус Спартак, вот еще Роми, куда пошел, где ты? Бегает в рукаве под мейн, базуку еще сейчас может показать. Дайте ему эйс тогда еще, Дина Киллера пускаем на входе. Если только Дидан заберет. Эйс, 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 эйс. Это эйс. Продолжаем смотреть дальше. 10-1. 10-7 минут. Потихоньку уже мало становится. Ракеты, минус базука. Роми опять снова пошел воевать. Уже первый минус есть. Пошел он дальше. Ловит флеш. Вовремя он убежал и можно нагинать. Нет, все-таки его Макси не дал сделать дальше фраг. Ридер простреливает с стен. Пытается что-то сделать, но стена ему не дается. Будут выходить мейн, под трактор ложится у нас Молотов. Спартак, Киллер минус Аквилиум, остается снова один дедушка, я не знаю, куда он там обитает. А когда уже инфа давно пошла, то что выход идет на Бэплэнд, Киллер вообще на ниндзяху тусуется, я не знаю, как он его не увидел. Но там походу компы такие, то что не видно. Ой-ой-ой, как спрыгнул, то слышно было. И все-таки Спартак. Ой-ой-ой, вот это реакция дедушки. Это явно там растерялся, не понимал, откуда с него его стреляет. Но бывает такая ситуация, пацанчик растерялся. Ладно, смотрим. 10-2. 10-2. Два часа стрима. Из-за того, что вот эти всякие задержки, пока все. Пересадки, все посадки. Да, это напрягает немножко. Спартак пошел проверять рукав, где может что-то есть. Дедушка уже где-то нашел Макси под бэплентом. Пайнкиллер разменял. Фрейзер дальше пытается убивать. Тут у нас активируемся Спартаковцем. Вот все-таки Роми нашел пайнкиллера. Ставится один базука красный. На киллер сотый, которого сейчас найдет уже Роми. Нет, конечно, хороший был прыгок, как не видеть, как не слышать то, что рядом с тобой прыгнул тиммейт, я не знаю там на самом деле что за компьютеры, то что стоят. Даже я сидя дома услышал это. Ну и 11-2, последние два раунда, если возьмут команда рулетка, то будет шанс, если возьмем пистолетку, еще вырвать немножко раундов и перевернуть игру. Роми минус Динакиллер, базука разменивает. 4-4. Макси уже у нас в винте. Нет, все-таки не стал он лезть, он слышит дедушку. Сейчас увидит, ой-ой-ой, ничего, ты вовремя нехороший тайминг поймал на флеш, ты и ризер. Дизер двигал против калаша, стреливает Аквилин. И остается один Макси красный, есть инфа, то что было медление. 55 секунд, бомба подключается вообще. У меня просто слов нет. Что это нафиг произошло? 12 хп было. Зачем ты вот здесь и прыгал? Роми, Роми, тебя точно здесь сюда. Роми уже наказали полностью с помощью Спартака. Ризер отомстил за своего тиммейта. И дальше, дальше дедушка с Ризером уже в спине. Уже больше выхода
уже прошел на английской из атаки, а пили минус базука. Find kill, один киллер. Спартак остается. Один киллер минус. Хорош! Киллер выходит тут в спине и минус забирает find киллера. Спартак. Ну, есть инфа по ризеру. Ну, по времени, в принципе, успевает и ставит как раз под девятку. Ой-ой-ой, вот это должно быть слышно было, это уже я не знаю, если вот это не услышать, то что разбить венгу. Зачем ты рано-рано вылез, рано-рано, сверху. Да, и все-таки 12-3. Good luck, have fun. Так, ну смотрим. Поменялись сторонами типа, с. Ой-ой-ой, тут уже первые размены происходят, пока я тут начинал разговаривать. Пайнкиллер видит кого-то на медлении. Кто это был? Это был Ярушкин, пайнкиллер, минус 2. Ярушкин все-таки не дал себя забрать. Ситуация 2-2, базука. У нас с Зиги, дедушка. С Ярушкиным остаются и то, что будет, кого перестрелить, забирает базуку на девятку. По стрельбе чуть-чуть что-то не угадывает. Спартакус остается. И Спартакус тоже отправляют. Жестко стоишь мне. Да, минуты и минутки юмора и погнали. Дальше 13-3 остается. 3 раунда. До окончания матча. Смотрим, возьмут ли, будет ли камбэк. Дедушка уже залез наверх, уже видел тут Сиге Макси. Макс уже отъезжает, панфилер. Минус 2, как пацан ставит, ты жестко, а базука минус Роми. Остается Аквилем с Ярушкиным. Ярушки. Непонятно пока что делают, пытаются, может быть, уйти под Б, но там базука один, можно было, конечно, угадать и пойти все-таки до талов до конца на Б. Ярушкин по-прежнему что-то остался пока в мейне, но его там контролит, если он там выйдет. Да, тут уже и нашивает, и прострелы, и киллер. Поближе вышел-то так опасно. Ну, я Акилем тоже здесь забирает. Четвертый раунд. Так, продолжаем мы дальше смотреть. 13-4. Три раунда за. Нужно команде школьных пацанов, чтобы выиграть раунд. Тут Макси забежал такой с Фамусом на медлению и забрал дедушку. Вот это сборище, сейчас куда вы все идете? Макси уже будет сейчас на медлению выходить. Ой, ловит флеш, Аквилем. Ты еще не попадаешь, двоих в линию забирает. Роми с Максимом. Перестреливается, но не перестрелялся. HP. Ой.
время тут вообще быстрый выход идет на бэкленд, Ром минус базука, базука тем временем там успел забрать дедушку, Роми минус Максим. Ярушкин будет ловить на зевса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забрал пайт-киллера. Блин, на 9 остается последний динокиллер. Уже слышал его в спине. Нет, все-таки он не дался. Есть инфа уже, чекаю девятку. Ну и просто он сделал правильное решение, пойдет за сейв Кайл. Потому что тут уже смысла нет выбивать. Ну, я так подумал, то, что он идет на 2, если спаять все-таки нет. Ну и два раунда остается для выигрышного матча для школьных пацанов. Если они сейчас выигрывают 15, то будет эко у ракеты. Роми наверху видел пайнткиллер уже. Выходить, Роми. Макси. Ризер уже на выходе. За тройку откидывает молотов. Макси на машине. Роми минус длинный киллер. Ризер минус Максим. Остается базука и Спартак. Базука уже нету. Остается один Спартак. Денег на следующий раунд. Ой-ой-ой, замечает Аквили. Аквили. Заметить два игрока красных. Если убрать дедушку с Юрушкой, Спартак все может. Вот это мечта того, что был там молотов. Главное просто в линию не вставать. Да, и все 3700, 5500, я же сказал, денег все, 0 на последний раунд, это ГГ. Динокиллер может купить нормальный девайс. На и то только у него на фаму схватил. Ну ладно, смотрим. Новый П, 5 АКМ. Вот 4 АКМ, 1 кольт. Смотрим, решает быстро выйти. Дедушка тут уже уйдет. Первый девайс отбили. Ризер. Второй девайс. Пайнкиллер забрал Ронг. Ризер разменим. Девайсы немножко выбил. Хорошую хаешку еще могу под себя закинуть. Максим, вот это раунд. Вот это был, конечно, раунд. Сейчас я в шоке просто. Но я чувствовал то, что что-то может произойти из-за того, что хоть денег у них не было, но они смогли перевернуть раунд. Но вот теперь у этих 5 АКМ. И тоже следующая ситуация. Если проигрывают, еще отдают еще один. Так что надо играть очень аккуратно. Максим уже вырвался. У нас на медлению. Ловит на подсадке. Вот Роми смотрит. Ой-ой-ой, тайминг-то какой поймал, Роми. Спартакус СВП. Минус Роми. 2 в 2 ситуация. 2 в 2 остается Аквили. Лидер уже на ТКТ, на КТ спауне. Здесь рядом Динокиллер. Минус Дина. И Спартакус АВП. Против двух калашей. Слышно было Ризера. Слышно было. Не зашел Спартакус. Только еще спрыгнул мощно, просто я не знаю, как это не видно было. Ну и все-таки 16-6. 3 победы в 3 играх. Своей группы с 9 очками выходит у нас команда.